Среди добровольцев в основном студенты. Заявку подать могут желающие из любого города России. Но в первую очередь формировать команду будут из сочинцев. Во-первых, у них есть опыт работы на Олимпиаде, а во-вторых, им не требуется жилье, которым волонтеров «Формулы-1», в отличие от зимних игр, обеспечивать не будут. Это очень ответственно и очень почетно. Это очень знаковое мирового уровня мероприятие, на котором смогут отработать наши волонтеры. И мы, конечно же, ставим задачу работы в превосходной степени, чтобы это действительно были запоминающийся спортивный проект «Формула-1» в городе Сочи. Мотивация, как и на Олимпиаде, фирменная экипировка. Футболка, бейсболка, куртка и рюкзак. Ну и, конечно же, свободное посещение самих королевских гонок. Организаторы заверили, время на это у волонтеров будет. Волонтерство предполагает бескорыстное, безвозмездное оказание услуг. А в нашем случае лучшая мотивация для волонтеров – это быть сопричастным к «Формуле-1», слышать звук моторов и быть внутри мероприятия. На совещании присутствовали представители всех учебных заведений курорта, участвующих в волонтерском движении. После предварительного отбора студентов списки передадут организаторам на утверждение. А уже в сентябре начнется обучение волонтеров. Оно пройдет в 3 этапа. Первый – ознакомительный. На втором добровольцы будут работать на тестовых соревнованиях с 12 по 14 сентября. А за неделю до старта гран-при добровольцы уже начнут работать на местах, закрепленными за ними. Инга Габеша, телекомпания ФКТ.